Всем привет! Сегодня я проведу обзор в магазине Fix Price, который находится в городе Ростов-на-Дону, улица Ткачева, 30. Покажу вам новиночки на сегодняшний день и также покажу вам кое-что новенькое, что появилось в Fix Price. То есть можно с помощью телефона навести на QR-код и автоматически на сайте Fix Price найти данный товар, посмотреть цену и так далее. Я вам это все сегодня покажу. Поехали! И сразу же новиночка, посмотрите, какая интересная, в подарочной упаковке набор для ароматизации помещения. Цена 299 рублей. В этот набор входит ароматическое масло, вот она, флакончик 10 мл. Здесь у нас аромат лайма, базилика, мандарина и так далее. Затем идет пакетик вот с такими камнями. Это не простые камни, а вулканические камни. Вот они. И, конечно же, вместе с этим идет стеклянный стакан. Но он очень красивый. Посмотрите, необычный стаканчик с такими вот круглыми, такими рельефными, такими, как сказать, вставочками. Не знаю, как красиво, короче, смотрится. Очень красиво будет смотреться, конечно, когда все это туда посыпите. Получается, кладете туда камушки, брызгаете или капаете туда ароматические вот это масло. И получается классный аромат. Есть разные запахи, пион там вот этот розовенький. Ну и тут там дальше я вот увидела, еще есть разные варианты, так что можно выбирать. Еще вот новиночку, которую я говорила про QR-код. Вот смотрите, давайте попробуем на упаковке именно товара. Как видите, не получается. Теперь пробуем на именно, где цена написана. Я навела автоматически, как видите, у меня открывается магазин Fix Price. Здесь все лишнее убираем, сразу выходит город там и так далее. Вот мы видим эту вазу. Как раз вот все там, и цена, и описание, и можно полистать, посмотреть, какие бывают варианты и так далее. Я считаю, это отличная новинка. Очень часто бывает, мы не можем найти там, либо посмотреть варианты цветов там и так далее, или ту же цену. Я думаю, что, возможно, появятся такие же QR-коды и на самих товарах, чтобы мы не искали. Здесь мы видим, как видите, цену и варианты. Давайте еще вот на одном попробуем. Вот такой цветочек в горшочке открывается. Fix Price мы видим, сайт. И вот он, пожалуйста, описание, цена, характеристики, размеры, все, что нужно знать. Все есть вот здесь на сайте. Я считаю, это отличная новинка. Очень удобно как раз для нас, покупателей, если что-то вам интересно узнать о товаре новом, заходите и сразу же, пожалуйста, вся информация. Идемте дальше. Из коллекции «Дом у моря» появилась вот такая симпатичная декоративная корзина круглой формы. Посмотрите, очень даже неплохо сделан. Симпатично смотрится, с двумя ручками по бокам. Давайте поближе покажу вам качество, как все сделано. Состав: джут, сталь, рогоз ускалистый. Точный размер 25,5 сантиметра. Есть три цвета на выбор. Чисто белый, вот он, бежевый внутри и серенький внутри. Смотрится, конечно, очень красиво. Отлично дополнит ваш интерьер. У нас тоже появились вот такие вазы, но я не буду на них останавливаться. Покажу вам вот такую вазу. Называется ваза Fusion. Стоит 199 рублей. Отлично подойдет для цветочных композиций. Точный размер 12 на 17,5 сантиметра. Состав стекло. Рельефная поверхность, получается, вот такие полосочки по периметру. Цвета одинаковые. Посмотрите, какая классная новиночка появилась. Это у нас холдер для скидочных и банковских карт. Стоит 249 рублей. Стильный, практичный аксессуар, очень красиво сделан. Оригинальный дизайн с ярким декором на фурнитуре. Основное отделение на молнии. Молния вставлена хорошая, прошито все качественно. Вот так выглядит изнутри. Внутри 11 кармашков. Точный размер 7,5 на 11 на 2,5 сантиметра. Состав верха ПУ, подкладка полиэстер, дополнительно АБС, сталь. Основное отделение, конечно, большое, вместительное. Можно выбрать, как видите, разные цвета.
Ну и, конечно, привлекает внимание вот эти вот на молнии висячая золотистая цепочка с бусинкой внутри. Красиво, конечно, смотрится, да и сам кошелечек, ну вернее холдер сам по себе очень интересно сделан, узоры красивые. Можно выбрать 4 варианта расцветки у нас было представлено. Щетка для умывания за 79 рублей. Полезное приспособление для ухода за кожей. Два вида щетинок есть. Мелкие и мягкие – это для деликатного очищения. Крупные и плотные – для массажа и отшелушивания. Подходит для смывания макияжа. Щетинки глубоко очищают поры от загрязнений и удаляют ороговевший слой клеток. Состав силикон пенополиуретан. Посмотрите, какая красивая коллекция посуды появилась в продаже. Это у нас соусница, 110 мл объем, состав фарфор. Очень красивый рисунок внутри, надпись. Посмотрите, соусница достаточно глубокая такая. Вот на, покажу вам размер на ладошке. Красивый рисунок, надпись. Из этой же коллекции есть вот такая тарелочка. Размер 18,5 см. Стоит, если не ошибаюсь, 79 рублей. Но если что, уточняйте, там ценников еще не было на все тарелочки. То же самое, форма такая же, только побольше размером получается. Подходит для десертов и закусок. И самая большая тарелка 23,5 сантиметра. Ценника опять же не было, но я думаю, около 99 рублей будет стоить такая тарелка. Состав также фарфор. Вообще вся коллекция выполнена из фарфора. Тарелочка такая тяжеленькая на вес, но не сильно. Мне очень нравятся цвета и вот эта полоска коричневая. И есть еще вот такая глубокая тарелка. Здесь уже 960 мл. Посмотрите, он достаточно глубокий. Состав также фарфор. Стоимость, точно я не знаю, наверное, около 149 либо 199 будет стоить. Ценников еще не было. И вот так выглядит данная коллекция. Очень красивая коллекция. Посмотрите, покажу вам все тарелочки вместе, чтобы наглядно было видно, как будет смотреться за столом. Очень оригинально и празднично. Да и на каждый день отлично подойдет. Овощечистка за 31 рубль 10 копеек. Подходит для удаления кожуры, а также красивой нарезки продуктов тонкими слайсами. Состав нержавеющая сталь, полипропилен. И вот такое отверстие есть вот здесь. Вот посмотрите. Удобно держать в руке, он легкий такой. Кисточка кулинарная стоит 55 рублей. Подходит для смазывания выпечки, масла или яичным желтком для распределения соусов, маринада или глазури. Интересный такой дизайн. На ручке есть отверстие для подвешивания. Выдерживает температуру от минус 40 до плюс 220 градусов. Размер 20,5 на 3,5 сантиметра. Состав силикон, углеродистая сталь. Есть разные цвета на выбор. И в наш магазин привезли кофеварку электрическую, давайте посмотрим поближе. Стоит 349 рублей, вот такая упаковка, на нем вся информация имеется. Объем 420 мл, давайте посмотрим, что внутри. Инструкция, все упаковано, как видите, в пакетиках, аккуратно все сложено. Давайте посмотрим теперь без пакетиков. Неплохо, знаете, за такую цену очень даже... неплохое качество. Такие похожие я видела там в том же Галамарте и в других магазинах. Они, конечно, намного дороже. Хотя качество такое же. Удобный носик. Ручка обеспечивает аккуратное наливание. Выполнена в лаконичном дизайне. Выдерживает температуру от минус 20 до плюс 100 градусов. Вот шурупчик, имейте в виду, закручивается на ручку, чтобы ручка крепко держалась. Так что ручка не просто вставляется, а еще закручивается шурупом. Обратите внимание, когда будете покупать, чтобы он был на месте. Есть инструкция, если что, по использованию. И вот так выглядит в собранном виде. Красная кнопка, это у нас понятно, включить-выключить. И симпатичный рисунок по периметру. Есть разные цвета, вот мы видим коричневый, белый и серый. Три цвета на выбор. И вот так будет выглядеть. Полотенце вафельное за 79 рублей. Размер 33 на 60 сантиметров, состав 100% хлопок. Хорошее полотенце, качественно все прошито. Мне нравятся на нем рельефные такие узоры. Полоска такая кофейного цвета. Вот она. Кстати, производитель Белоруссия. Есть размеры, все одинаковые цвета. Вот разные есть полосочки. Серые, коричневые, зелененькие и так далее. Обратила внимание еще на вот такое полотенце. Это у нас жаккард.
Цена 149 рублей. Размер 42 на 60 сантиметров. Тоже идет двухцветный. Получается, одна сторона как будто белая с голубым, другая белая. Прошито тоже, в принципе, нормально. Поставщик Белоруссия. Есть разные вот цвета оттенков. Вот такой серенький, голубенький, ну и так далее. В большом количестве привезли на табуретник с завязками, стоит 199 рублей. Значит, изготовлено из мягкой, приятной на ощупь ткани. Размер 35 на 35 сантиметров. Состав Вилсофт, 100% полиэстер и поролон. Оснащен завязками для фиксации на табуретке. С обратной стороны нет антискользящего покрытия. Есть разные цвета. Вот бежевый, вот такой как голубенький с серым и вот такой коричневый. Три цвета на выбор. Большие коврики для ванной за 349 рублей, а точнее 50 на 80 сантиметров. Посмотрите, какой он симпатичный такой цвет. Если присмотреться поближе, здесь идет черная полоска, белая и серая. Серая идет с блестками. Симпатичный, мягкий, приятный на ощупь. С обратной стороны вот так вот все выглядит. Ну, вроде бы качественно все сделано, прочно все прошито. Ну, там, конечно, если будете покупать, лучше, конечно, смотреть внимательно, чтобы нитки не отходили. А так, вроде бы, неплохой вариант такой. Отлично подойдет, я думаю, и перед кроватью, в спальне, ну и где хотите. Есть разные цвета, вот они, варианты, кстати, они отличаются друг с другом. Вот этот с узором получается, остальные одноцветные. Состав полиэстер. В нашем магазине тоже появились вот такие прищепки. 12 штук находятся в упаковке, стоят 69 рублей. Состав полипропилен, нержавеющая сталь. Симпатичными узорами, ну такие крепкие, но были и покрепче. Я вам скажу, мне не сильно крепкие показались, они более такие гибкие. Но это уже смотря для чего использовать. Следующая новинка, вот такая губка очень интересная, посмотрите. Стоит 99 рублей, выполнена в форме пончика. Значит, идет с держателем, может быть легко закреплена на горизонтальной или вертикальной поверхности, может освободить место на раковине. Эффективно очищает, он достаточно мягкий, с обратной стороны другое покрытие, как видите, удобное в использовании. Состав поролон ПВХ. Мне очень понравилась, особенно форма, и можно выбрать, посмотрите, какие яркие, симпатичные цвета, украсит и также интерьер, такая губка. Можно, кстати, прикрепить внутри раковины, где моете посуду. Здорово. Привезли новый моп для швабры за 99 рублей. Размер 43 на 14 сантиметров, качественно прошито. Покажу вам поближе, чтобы было видно. Мягкий такой. Ну, я такие, конечно, не пробовала в фикс-прайсе. Если кто-то пользовался, напишите, пожалуйста, надолго ли их хватает, часто ли приходится их менять. Рекомендуется стирать при температуре 30 градусов. Состав полиэстер, полиамид. Есть разные цвета на выбор. Набор шнуров эластичных за 199 рублей пригодятся для фиксации различных грузов при их транспортировке в прицепе, на велосипеде, мотоцикле или в автомобиле. В наборе два шнура со стальными крюками. Длина одного шнура 150 сантиметров, растягивается до 2 метров. Интересный состав: полипропилен, нить, резина, сталь. Есть разные цвета. В большом количестве привезли вот такие опоры садовые, стоят 124 рубля, вот видно, как использовать их правильно. Состав сталь, размер 30 на 50 сантиметров, поможет надежно зафиксировать растения, как кустарники, так и небольшие деревья. Ну, в принципе, там уже можно даже большие, мне кажется, деревья использовать, несколько штук, неплохие. Хорошо прокрашенный, цвет темно-зеленый. Набор бит и торцевых головок с рукояткой и насадками стоит 299 рублей. Пригодится для мелкого ремонта и хозяйственных работ. Набор включает в себя 7 бит, размеры все указаны на упаковке, 9 торцевых головок разных размеров, 2 двусторонние насадки, а также насадка, удлинитель и двустороннюю рукоятку. Состав: углеродистая сталь, полипропилен, термопластичная резина, сплав цинка. Есть разные цвета. В
продаже появились увлажнители воздуха с подсветкой. Стоит 249 рублей. Поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в комнате. Настоящее спасение в отопительный сезон и прекрасное приобретение для тех, кто следит за своим здоровьем. Также может использоваться как ночник. 4 режима работы света. С кабелем USB идет, напряжение 5B. Мощность 5 Вт. Сила тока 1 ампер. Световой поток 15 люменов. Объем резервуара 300 мл. Состав АБС, сталь, полиэстер. Можно выбрать разные цвета. Вот они все. И вот так светится. Симпатично. Заколка для волос за 59 рублей, 2 штучки в упаковке. Заколки большие, посмотрите, поближе покажу вам. Вот здесь вот получается как такие 3 зубчика, и вот они вот так вот цепляются. Не знаю, конечно, насколько крепко держат волосы, но можно выбрать разные цвета. Также появились новые шлепанцы за 399 рублей, шлепанцы женские. Состав полностью из ЭВА. Отлично подойдут для прогулок, пляжного отдыха и поездок. Есть разные размеры. Посмотрите, какая подошва. Не плоская, а вот с такими как выступами. И он, кстати, внутри мягенький, такой приятный на ощупь. Размеры есть разные, от 36 до 40. Есть также черного цвета. Вот он, два цвета получается на выбор. Также в фикс-прайсе появились полочки, где идут распродажи за 149 рублей. То есть получается здесь вот такие платья красивые для девочек разных размеров. Вот такие платья, вот такие как наполовину джинсовые платьишки. Вот они все по 149 рублей. Размеры, кстати, есть разные. Я думала, остались какие-то пару штук. Нет, размеры есть хорошие. И вот снизу мы видим, есть вот такие футболочки. Вот такие есть варианты футболок, маек. Вот они для мальчиков. Так, что тут еще? Вот такие футболки, майки. Ну, в общем, очень много товаров, поэтому надо, конечно, полазить, посмотреть. И также трусы мужские, семейные, за 124 рубля со скидкой тоже продаются. Женские носочки, зубы за 79 рублей. Посмотрите, такие укороченные носочки, симпатичные, сделаны вот такие, как наподобие балеточек, с симпатичными узорами. Внутри получается на липкой основе, с обратной стороны на подошве, как видите, тоже есть антискользящее покрытие. Вот, и можно выбрать разные узоры, также разные цвета есть на выбор. Вот такой еще вариант узоров. Ну, знаете, смотрится очень даже симпатично, оригинально. Летом как раз самое то. Восстанавливающие спа-носочки с авокадо стоят 79 рублей. Обеспечивают эффективный уход за кожей ног. Масса 35 грамм. Перед применением лучше, конечно, ознакомиться с инструкцией. Они все одинаковые вроде бы. Также обратила внимание на вот такой дезодорант ФА. Цены, правда, там не было, но я думаю, рублей 150, либо 200 рублей будет стоить. Написано, 48 часов держит аромат. Получается, это как дезодорант антиперспирант с ароматами такими тропическими, цветущего жасмина, маракуйи и так далее. В продаже появился гель-уход тонизирующий для ног, стоит 99 рублей. Отличный выбор для ежедневного ухода за ногами. Поможет снять усталость, также заживляет раны, снимает потливость, ну и так далее. Есть там разные варианты, вот с ментолом есть вот этот вариант, снимает также усталость, снижает потливость и так далее, заживляет раны. Объем 250 мл. Полотенца влажные Эконом Смарт, цена 99 рублей, предназначена для быстрой и эффективной очистки любых моющихся поверхностей, для кухни, ванной комнаты, туалета, машины даже вот нарисовано и так далее. Растворяют и удаляют загрязнения, помогают избавиться от пыли. На сегодня все. Вот такие интересные и полезные товары появились в магазине Фикс Прайс. И напомню еще раз вам про QR-коды, на которые можно навести вот телефон, и автоматически попадете на сайт Фикс Прайса, и там будет вся необходимая информация. Цена, качество, состав, размер и так далее. Благодарю всех за то, что смотрите и поддерживаете. И, конечно, спасибо за ваши добрые и теплые комментарии. Желаю вам хорошего настроения, удачи во всем, крепкого здоровья и мирного неба над головой. До новых встреч. Пока-пока.